Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня в разделе, в рубрике про зелень, дикоросы лекарственные и лекарственные съедобные растения речь пойдет про полынь горькую. Относится она к семейству сложноцветных или астровых, научное название артемизия или по-другому дарующее здоровье. Я сам удивлен, что еще давно не сделал видео про полынь. Существует много видов полыни основных четыре. Растет она на пустырях, лесных опушках, на огородах. Любит плотную, глинистую, уплотненную почву. Поэтому часто вдоль дорог растет. Все полыни лечебны, но не все одинаково. Итак, кратко о четырех полынях. Вот основные четыре полыни. Это полынь обыкновенная, полынь горькая, Полынь лекарственная, или по-другому называется она укропная полынь, божье дерево. У нее сильный лимонный запах, и потому некоторые называют ее лимонной полынью. Она применяется как ароматизатор в помещениях, и является хорошей специей. Ну и, наконец, четвертая. Полынь это полынь эстрагон или тархун. Применяется в напитках, ну и как специя и очень хорошая трава при засолке огурцов. Я же расскажу вам сейчас о лечебных свойствах полыни горькой и обыкновенной, которые применялись даже и в китайской медицине, не говоря уже про русскую народную медицину. Но перед тем, как я вам расскажу, от чего, при каких болезнях она применяется, когда собирать, как правильно хранить и применять, я вам скажу и покажу, какие видео я уже снимал на тему лекарственных растений. Ссылки на каждое из этих видео будет под этим видео, которое вы сейчас смотрите в описании. Поддорожник, лопух, таволга, спорыш, бессмертник, одуванчик, крапива, сныть, мокрица, лебеда, пырей, амарант, чистотел. Также есть очень важное видео про хлорофил, видео с названием «Зелень, дикоросы, ботва лечат» и видео с названием «Клетчатка продлит вашу жизнь». И еще одно. В зелени белка больше, чем в мясе. Знали ли вы об этом? Ссылки в описании. Продолжаю. Сбор полыни осуществляется очень просто. Во время цветения срывают молодые побеги, чтобы ствол еще не одресневел. Сушка стандартная, на печи, либо в подвешенном состоянии на чердаках, или в специальных сушках до состояния хрупкости, ломкости. Цвет темно-зеленый должен остаться. Сбор осуществляется в сухую погоду до 15:00, но не утром по росе. Рвать надо соцветия и нежные части побегов. Хранить надо в холщевых или бумажных мешочках, пакетах, в сухих темных местах. Хранится до 2-3 лет. А применять нужно так. Берется одна столовая ложка свежего сырья, измельченного, можно руками разорвать, на один стакан горячей воды или одну чайную ложку сухого измельченного сырья. Помещается в термос, заливается водой, примерно градусов 80-90, но не кипятком, потому что при кипячении убивается часть лечебных свойств, никогда так не делайте. Настаивается примерно 30-40 минут и все готово, можно процеживать и пить. Начинать прием надо с малых доз. Индивидуальные реакции организма возможны, поэтому плавно увеличивайте до необходимых, до лечебных. А вот говоря о применении полыни, я скажу вам больше, чем вы могли бы представить. Некоторые знают только антипаразитарные свойства полыни, и об этом я поговорю но не только. Например, ослабленным больным, кто мало ест и кому действительно есть нужно больше, например, при истощении, полынь в половине дозы от того, что я сказал, повышает аппетит, так как она способствует выделению желудочного сока, что, кстати, улучшает и переваривание пищи потом, и улучшает дезинфицирующие свойства желудка. Применять на пар полыни нужно так, по одной четверти стакана в теплом виде, за 30 минут до еды три раза в день. Это хорошая, сильная рабочая концентрация при и для выведения паразитов из организма, из кишечника, когда они там находятся. Если вы применяете полынь для других целей лечебных, вы концентрацию можете уменьшить процентов на 20-30. Ну и, конечно, нельзя применять полынь беременным, кормящим, ну и малым детям. Свойства полыни очень много. В народной медицине и в медицине научной используют ее даже при панкреатите. Но ну, всем известна тройчатка, когда берется полынь, пижма и гвоздика, и это применяется при наличии в организме паразитов. Но только давайте сразу скажу вам очень важную вещь, которую, уверен, мало кто из вас понимает. Все слышали, что это антипаразитарная трава, полынь. Ее можно одну принимать не в составе тройчатки, и она гонит паразитов. Но внимание! А только круглых червей, то есть острица, скорит, таксокар и тому подобное, и б, только находящихся во взрослой своей стадии развития в кишечнике. Но если паразиты относятся к ленточным, плоским червям, если они даже относятся к круглым, но находятся где-то в тканях организма, но не в кишечнике, то это бессмысленно, бесполезно. Еще раз говорю, только антипаразитарная программа, комплексная, которая содержит и экстракты трав, но главное вещество хиномоноза, получаемое из грибов лисеечек вот в комплексе способны избавить вас от действительно практически любых паразитов и в самых тяжелых случаях когда есть аписторхоз либо такие простейшие как лямблии применяется дополнительно экстракт полученный холодным способом из коры осины но не горячим только способом называется от препарата спинель он этот препарат как и антипаразитарная программа есть у нас на нашем сайте nadgar.ru. и под этим видео я тоже ссылку оставлю кто захочет приобрести и пройти эту программу всем людям необходимо проходить антипаразитарную чистку два раза в год, потому что паразиты есть у всех. Вопрос только какие, в каких органах и тканях, в каком количестве и какой видовой состав. И наличие паразита в организме порой приносят огромный вред организму, а врачи не знают, от чего у человека проблемы. Исследуют, вроде бы нет объективных проблем, а вот тогда, когда такая ситуация вроде нет, а плохо, это две проблемы. Либо паразиты, либо накопление в организме тяжелых металлов и радионуклидов. Ну и программа по выведению тяжелых металлов и радионуклидов из организма тоже у нас есть. Ссылку оставлю в описании. Кстати, между прочим, те же медведи, особенно по осени, едят пижму и едят полынь. Как раз против паразитов, потому что у медведей страшное количество паразитов, в том числе трихинеллы, и, конечно, медведь полностью от них не избавляется. Но из кишечника травит, а потом ест клюкву. Как раз для восстановления сил, и клюква тоже обладает определенными свойствами по крайней мере, противобактериальными, противогрибковыми и укрепляет иммунитет то есть защитные силы организма. Идем дальше. Оказывается, многие вирусы боятся полыни, например, коронавирус были такие исследования. Это доподлинно сейчас установлено. Поэтому при любых вирусных заболеваниях, при ослабленном иммунитете полынь стоит принимать. Кстати, это не сенсация, об этом говорил еще: но ну, называя только другими словами. Авицена. Ну, например, во время эпидемии чумы. Это средство спасало тысячи людей. Можно собирать полынь в венике, сушить и использовать в бане. Полынь – это прекрасная ароматерапия. Это полезно для кожи. Поэтому делают даже и напары, выливают в ванны и лежат в них. Но это полезно и для легких. Кстати, вот вам еще одно прекрасное средство. Если молодые сочные листья, ну начиная только с июня и до июля, начала августа, верхние побеги брать прямо с листьями, резать мелко, заливать маслом, лучше всего чуть нагретым до 40-45 градусов именно кокосовым маслом, и потом в водяной банке или в имитации термоса, то есть когда укутывается газетами там, либо на правой банке, поддерживая не выше 50 градусов температуру, часа два, периодически перемешивая, настаивать, то потом в тепле, пусть это постоит еще в темноте, 2-3-4 дня и можно убирать в холодильник. И вот эта мазь будет просто целебная. Во-первых, она будет заживлять, Раны очень быстро. Она является антисептиком вместе с кокосовым-то маслом. Кстати, о нем видео у меня, посмотрите тоже. Побеждает такая масса различные нарывы, воспаления на коже. Ну а если вы возьмете 100 грамм сухого сырья и литра-два воды и в кастрюле нагреете градусов до 70-80, помешивая, пусть это дело постоит все где-то часок-другой, и потом вылить это в ванну и полежать 20 минут при средней температуре будет очень полезно для кожи кстати таким образом чуть дальше скажу можно вылечить ну в комплексной терапии и даже псориаз сушеные листья и побеги полыни кладут на тумбочку, под подушку, рядом со спящим человеком. Тогда раскрываются в том числе и антибактериальные свойства. Полынь помогает и при хроническом холецистите, и при гастрите, и при колите. Что касается холецистита, ничего удивительного. Дело в том, что полынь и не только антисептическое сильное средство, но она стимулирует желчевыведение. Это мощное желчегонное средство. Более того, она стимулирует еще выделение сока поджелудочной железы, панкреатического сока. Она лечит мочеполовые некоторые, даже инфекции. Обладает сильным противовоспалительным действием. Полынь отчасти борется даже с депрессиями, снимает боли и даже применяется в антираковой терапии. Но не как основное средство, а как вспомогательный, учтите это, ведь эта трава не панацея. Однако применяется в борьбе с малярией, при язве желудка, снимает суставные боли. Но траву стоит применять осторожно, так как она для некоторых людей может быть аллергеном. При очень длительном применении может вызывать кровотечение даже в кишечнике. Поэтому применять эту траву не стоит более месяца подряд. И не стоит применять в очень больших дозах. А вот насчет псориазы. Как вылечить комплексно? Во-первых, убрать все сладкое. Помнить надо, что любые кожные проблемы это внутренние проблемы, которые проявляются на коже. Об этом у меня было видео, но тем не менее, я советую, 3-4 раза в месяц. Можно раз в 2 недели в течение трех месяцев, тогда это будет 6 раз. Можно делать так, 2-3 раза в неделю, желательно через день засыпать примерно 200 грамм сухой горькой полыни в кастрюлю. Как я говорил делать напар, наливать в ванну, воду держать в ванной примерно 35-38 градусов и лежать в ней примерно 30 минут, после чего просто протереться полотенцем и это уже будет сильным эффектом. Но после, как кожа подсохнет, смазывайте очаговые места вот той самой мазью на основе кокосового масла и полыни. И, конечно, параллельно ежедневно на протяжении около месяца надо пить на пар полыни, как я уже говорил, приводил вам пример выше. Смазывать проблемные места кожи надо 2-3 раза в день. Есть еще одно малоизученное свойство полыни. Это его положительное действие при синдроме беспокойных ног и при бессоннице. Вот поэтому в народе применяли полынь в том числе, когда у изголовья человека клали или подвешивали Букет сушеной полыни. Или набивали ей подушку, наволочку. И еще раз хочу предупредить: не надейтесь, что это средство против рака. Это не так. Как вспомогательная да, как какая-то точка для отклонения чаши весов в сторону здоровья, да. Но это не панацея в этом смысле. Что касается онкологии, посмотрите хотя бы два последних видео моих на эту тему. И обязательно вот это, общие принципы лечения онкологии. Всегда нужен серьезный комплексный подход, который учитывает все стороны физиологии и биохимии человека. Все нюансы. Тем не менее, трава, полынь, конечно, лечебная. И о главных ее свойствах я вам сегодня рассказал. Один момент, дорогие товарищи. Небольшая реклама от меня, но реклама чего? Оздоровительной программы курса от моего товарища Евгения, которого многие знают как Джона Коннора. У меня нет времени на консультации всех желающих на индивидуальной консультации, хотя я их еще провожу. А вот курс и программа, созданная Евгением. Это то, на что у меня так и не дошли руки, и, видимо, уже не дойдут, из-за колоссальной моей загруженности, и потому я очень рад тому, что он все же сделал эту работу, о которой мне давно говорил, сделал эту работу за меня, взялся и создал эту комплексную программу по очищению организма. Часть мер взята из моих курсов и программ, часть из методик биохимика и врача Марвы Горшаков Нагонян, часть иных и личных наработок. Данный же курс помогает надежно, мягко и в правильной последовательности избавиться от лишнего веса, у кого он есть, от отеков, паразитов, грибков и большинства болезней. Посмотрите мое интервью с ним на эту тему и его личное видео, знакомящее вас с этим курсом и методом. Или сразу переходите на страничку курса, кого заинтересовал данный курс. Все это, о чем я только что вам сказал, будет по ссылке в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Очень рекомендую вам посмотреть, пройти по ссылке и надеюсь, что вы не пожалеете. Поддержите мой канал, что называется, пальчиком вверх. Подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Пошлите эту ссылочку, не поленитесь своим друзьям, близким, знакомым. И, конечно, смотрите другие мои видео о лечебных растениях. Ссылки на эти видео я дам, как обещал, вам под этим видео. Нажмете слово «Еще» под видео, если вы в Ютубе находитесь. Открываются ссылки. Читайте и смотрите, что вам интересно. Всего хорошего!